Из деревянных палочек изготовили три подобных разносторонних треугольника. Каждому из них большую сторону покрасили в синий цвет, а меньшую – желтый. Из синих палочек составили один треугольник, а из желтых – второй. Будут ли эти треугольники подобны? Для начала запишем дано. Треугольник А1, Б1, С1 подобен треугольнику А2, Б2, С2. И все это подобно треугольнику А3, Б3, С3. Доказать что? Треугольник К1, Т1, М1 подобен треугольнику К2, Т2, М2. Для упрощения решения ведем переменные. Пусть сторона А1, Б1 равняется А1. Сторона А2, Б2 равняется А2. Сторона А3, Б3 равняется А3. Тогда стороны треугольника К1, Т1, М1 будут равняться А1, А2 и А3. Также обозначим синие стороны. Сторона А1, С1 пусть равняется B1. Сторона А2, С2 равняется B2. И сторона А3, С3 равняется B3. Тогда стороны треугольника К2, Т2, М2 будут равняться B1, B2, B3. Воспользуемся подобием треугольников. А1, Б1, С1 подобен треугольнику А2, Б2, С2. Тогда из подобия мы можем записать соотношение сторон. Сторона А1 на сторону А2 будет равняться сторона Б1 на сторону Б2. Из подобия треугольников А2, Б2, С2 подобен треугольнику А3, Б3, С3 мы можем написать следующее. Сторона А2 на сторону А3 будет равняться сторона B2 на сторону B3. И из третьего подобия треугольников А1, B1, C1 подобен треугольнику А3, B3, C3 мы можем написать следующее. Сторона треугольника А3 так относится к стороне А1, как сторона B3 на сторону B1. Воспользуемся первым соотношением и выразим из него соотношение стороны А1 на B1. Тогда сторона А1 на B1 будет равняться сторона А2 на сторону B2. Из второго соотношения мы выразим отношение А2 на B2. Тогда у нас получается, сторона А2 на сторону B2 будет равняться сторона А3 на сторону B3. Из третьего соотношения мы выразим другое соотношение А3 на B3. А3 на сторону B3 будет равняться сторона А1 на сторону B1. Рассмотрим получившееся соотношение. Из первого и второго равенства мы можем сделать следующий вывод, что сторона А1 на сторону B1 равняется сторона А2 на сторону B2. Все это равняется сторона А3 на сторону B3. А из этого мы можем сделать следующий вывод, что треугольник К1, Т1, М1 подобен треугольнику К2, Т2, М2. По третьему признаку подобия. Если три стороны одного треугольника соответственно пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.